Галышмановцы за сутки собрали около 100 килограммов гуманитарной помощи для жителей Тюменского района, пострадавших при пожарах. Неравнодушные жители принесли продукты с длительным сроком хранения, гигиенические принадлежности и вещи. Все необходимое уже доставили в региональный волонтерский штаб. Жители поселка приносили нуждающимся картошку для посадки. Были такие заявки от жителей Тюменского района, от некоторых семей. Приносили одежду, приносили продукты. Ну вот сегодня мы сейчас, вот именно в данный момент, выезжаем в региональный штаб, чтобы доставить то, что собрано нашими неравнодушными жителями. Добавлю, пока сбор для пострадавших при пожарах закрыт. Сейчас требуются волонтеры для разбора завалов. Для них галышмановцы закупили защитные перчатки.